Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня с вами сделаем интересную самоделочку для сада, для огорода. Ну а что из этого получится, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра, поехали! За основу самоделки взял вот такую 20-ю полосу. Сейчас нужно сделать разметку, провести линию по середине. Затем от края отступим 60 мм. И снова прочертим линию. Теперь вот в этих местах отступаем еще по 5 мм. Вот здесь и здесь. Здесь у нас должно получиться 10 мм. Обвел всю разметку маркером. Вот что получилось в итоге. Небольшая такая вилочка. Ну и сейчас ее вырежем. Вот как должно получиться в итоге. Получается вот такая небольшая вилочка. Дальше нам понадобится вот такой кругляк. В моем случае это десятка, 170 мм в длину я взял. И по центру нужно будет сделать углубление. Вот здесь я сделал разметочку, чтобы наша вилочка вставлялась в это углубление приблизительно на 1 сантиметр. Сделали прорезь, вилочка наша вставляется, теперь нужно обварить ее. Итак, обварил нашу вилку, теперь все это дело нужно зачистить. Теперь мне понадобится вот такой обрезок полосы, ширина у нее 25 мм, а отрезок мне нужен 110 мм. Затем нужно сделать вот такую разметочку, находим центр и здесь по центру полосы отмеряем по 5 мм, чтобы ширина в итоге была вот этого отрезка 10 мм. Ну а лишние уголки сейчас все срежем болгарочкой. Вот что получилось в итоге. Теперь данную заготовку нужно сделать полукругом. Есть у меня вот такой кругляк. И сейчас попробуем загнуть потихонечку. Вот как должно получиться в итоге. Здесь чуть-чуть выровняем. И теперь нужно вот таким способом сварочкой прихватить и обварить. Итак, вот что у нас получилось после сварки. Сейчас все это зачищу и можно будет покрасить.
Итак, одел металлическое колечко на нашу ручку и остался просверлить отверстие. Друзья, вот такой вот по итогу получился инструмент. Ну и давайте попробуем его затестим, как он покажет себя в работе. Итак, данное приспособление помогает нам удалять такие сорняки, как одуванчик. Я думаю, у многих у дачников на огороде есть эти одуванчики, и часто с ними боремся. Вот как раз данное приспособление в этом нам и поможет. Как оно работает? Находим корень у одуванчика. Втыкаем наше приспособление и вырываем. Все легко и просто. Как видим, приспособление работает четко. Вот так вот быстро работа получается. Смотрите, как легко можно удалить одуванчики. Вот такая вот приспособа. Ну и давайте подведем итог. Самоделочка рабочая. Затестили, проверили. Сорняки удаляются за считанные секунды. Да и сделать самому такую самоделочку не составит никакого труда. Но найдутся люди, которые скажут, что нужно задействовать целый парк инструментов, чтобы сделать данную самоделочку. Друзья, не первый раз уже говорю, что главная идея, а исполнение все зависит от вас. Не нужно покупать токарник, чтобы сделать такую ручку. Возьмите ручку от напильника, она будет не хуже этой. Ну или даже взять обычный обрезок шланга, одеть на кругляк, и тоже будет вам ручка. На этом, думаю, будем заканчивать. Напишите в комментариях, как вам самоделочка, как исполнение. Всегда рад вас выслушать, ответить на ваши комментарии. На этом все. Всем пока. До новых встреч.